то. Ах ты гад. Вот пес он. Отлично. Всем привет, Рамон ПРС на связи, и сегодня в рубрике «Первый взгляд» Resident Evil HD Remaster. Игра не новая, игра хорошо забытая, но не потерявшая актуальность. Это новое дыхание, и именно эту часть я решил купить и пройти, показать вам прохождение на русском, соответственно, с погружением в игру, с погружением в сюжет. Раньше, помню, давным-давно, когда еще было 3DO, я играл в Resident Evil именно в эту часть и получал удовольствие от атмосферы. Сейчас я хочу проникнуть полностью в эту игру и хотя бы понимать, о чем сюжет, да? Потому что раньше это было прохождение зомби, бас, вали, там, собаки, прочее, интересно, логика там, загадки. Сейчас же попробуем проходить по атмосфере и посмотрим эту игру с другой стороны. Что ж, поехали. Resident Evil. Resident Evil. Так, здесь нам предлагают выбрать уровень сложности. Так, хорошее упражнение без особого напряжения. Можно расслабиться и получить удовольствие. И... возможно, но потребует немало усилий. Так, я думаю, на среднячке попробуем проходить. Максимальной сложности придется попотеть, конечно. А я хочу пройти так лампово, расслабленно. Так, здесь мы выбираем персонажа, да? Есть Джилл Валентайн, Крис Редфилд. Разными скинами, да, разных... видимо, разного времени. Вот этот как наемник, вроде как. И тут тоже наемница. А есть по олдскулу. Полицейский. И она тоже полицейская. Я привык играть за мужиков, так что давайте Крис Редфилд полицейским поиграем. Alpha Team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, haven't found it yet? No, not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members. And it turned into a nightmare.
guys this way. Damn it! Make for that mansion! Фух, можно выдохнуть. There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Take care. Yeah. Фух, ну что ж, ребята. Ну и начало. Вспоминаю этот ролик сейчас с ностальгией. Реально круто. Так, играю на геймпаде, поэтому у меня он носится как угорелый. Зато на нем удобно. Так, тут что-то блестит. Давайте посмотрим. Я уж не помню, что тут надо делать. Так, вы хотите взять печатную ленту? Да, давайте возьмем. Печатная лента. Так, давайте посмотрим. Печатная лента. Так. Давайте посмотрим, что это за лента, изучить. Так. Угу. Это, видимо, катушка записи, да? Тут с помощью нее сохраняются, нет? Интересно. Так, комбинировать. Использовать, понятно. Так, не обязательно использовать сейчас. Окей, выходим. Помню печатную машинку, на ней обычно сохранялись. Давайте посмотрим. Это старая печатная машинка. Вы можете сохранить свой игровой прогресс. Использовать печатную ленту. Да, давайте используем, чтобы каждый раз не смотреть ролик. Вот. Так, ну вот, в принципе, я до этого начинал, пробовал игру. Проверял, как все работает. Давайте сохранимся на то же сохранение. Так. Отлично. Что мы имеем в руках? Нож, да? Так, стойка. Проверим управление. Так, вверх, вниз, да? Так, как удобнее, интересно, на крестовине или на стрейфе? Это, ну-ка. Так. У нас колесики удобней, в принципе, прокручиваться. Вот. Так что давайте на колесики тогда играть. Удобнее. Так, ну и что, нам нужно двигаться, да, слушать две выстрелы. Так, камин. Теперь тут все осмотреть можно, стол там, например. Так, единственное движение тут, это мерцание молчаливого пламени, свечей. Понятно, давайте камин осмотрим. Так, опа, вы хотите взять эмблему. Давайте возьмем. Так, осмотр предмета. В инвентаре выберите предмет и осмотрите его с помощью команды «Изучить». Информация о предмете будет отображена в нижнем окне. Годится. Давайте посмотрим и изучим. Так, эмблема. Так, приблизить. Понятно, старая такая эмблема, видимо, семейная какая-то. Интересный тут особняк, я скажу вам. Так, отдалить, осмотреть. Ладно, использовать еще можно. Ну-ка. А, обратно я положил, да? Лучше-ка возьму с собой. В принципе, если вещи берутся, их надо брать. Я понял, в таких играх это. Так, пойдемте. Откуда шли выстрелы, интересно, что происходит? Так, у меня только нож. Интересно, он тут эффективен. Так, тут закрыто. Да, здорово, конечно, графика великолепна, ребят, я вот смотрю.
Так, эмблема доспехов изображена под замком. Понятно, вот для чего эмблемы, походу, нужны. Под каждым замком. Так, это лифт. Не похоже, что он останавливается на этом этаже. Понятно. Так, подвал. Потому что оттуда выстрелы были. Так, тут тоже закрыто. Эмблема меча изображена под замком. Так. Меча у меня тоже нету. У меня вроде щит какой-то. По-моему. Сейчас может использовать. Так, закрыто. Эмблема, доспех. А, понятно. А у меня щит. Или доспехи. Ну-ка, давайте попробуем все-таки. Так, эмблема. Использовать. Не обязательно использовать сейчас. Да, походу у меня да, все-таки щит там изображен. Так что можно двигаться дальше. Там вроде проход в другую часть был коридора. Да? Да. Ну-ка, что там у нас? Помню его. Жестко. Обалдеть. Зомбак, блин, что делать? Что, сражаться с ним, что ли? Так, бить вот так. Ага. Или... знаю, с ножом, конечно, нападать на него, это, в принципе, может выйти боком, наверное, нет? Как быть? Так, вот сюда пойдет. Может его выманить сюда? Давай, где ты там? Там барь. Что-то... не хочется биться с ним, конечно. Закрыто. Доспех. Ну ладно, придется, думаю. Пробуем. Опа, ну иди сюда. Давай. Гад. Ах, схватил меня. Вот гад. Надо толкнуть его от себя. Ну-ка, валим. Давайте посмотрим, что там с телом. Так, тело. Труп вашего товарища. Похоже, что он что-то держит. Так, эта кассета принадлежала Кеннету. Мне нужен видеоплеер, чтобы узнать, что на ней записано. Окей. Больше ничего нету. Так. Дверь. Лучше доложить об этом Вескеру. Окей. Так, надо валить. Ой. Блин. Так, надо валить отсюда. Ё-моё, походу его так ножом не завалить. Потому что если бы можно было, он хоть бы как-то реагировал на нож. Так. Фух, надо рассказать, собственно, своим напарникам, что тут происходит. Wesker? Wesker? Jill? Jill. Да, где они? Where did they go? Когда оставили меня? Пистолет. Так. Ну-ка. Пистолет, конечно, возьмем. 15 патрон. Ну-ка. Давайте изучим. Слушайте, неплохой такой, да? Это кольт, что ли? Причем морских котиков, походу. Прикольно. Так, давайте возьмем его. Думаю, с пистолетом будет поинтереснее справляться. Так. Да, нормально. Куда же все делись? Может, они наверх куда-то пошли? Эй, вы где? Так, это что такое? Хм.
Да, докладывать некому о той двери. Загадочно. Ладно. Куда они могли деться, интересно? Или все-таки внизу поискать? Лучше, наверное, внизу. Поищем. Так, я не думаю, что они на улицу побежали. Потому что смысл на улицу выходить нету, мы оттуда только ушли. Так, давайте туда. Может, они в подвал пошли? Так, ага, тут спуск, в принципе, с двух сторон. Да, там кто-то орёт. Что же на той стороне двери? Так, я туда не могу спуститься, ладно. Поищем их в другом месте, может, здесь? Закрыто. Эмблема шлема. Понятно. Значит, где-то и наша эмблема должна сработать. Давайте посмотрим. Может, сюда? Да, сюда заходит. А, я ж сюда ходил. Не, здесь их не может быть. Потому что я тут сам был, и их не было. Так, надо пройти на другую сторону. Противоположную. Так, как это? Тяжелый на вид кувшин, окей. Так, вот сюда попробуем. Наверное, сюда пошли. Хотя странно, почему пистолет лежит. Так. Странно, это что за картина? Портрет висит на стене. А, такое ощущение, что он смотрит на вас. Понятно. Так, тумбочка. А зачем я на нее залез? Непонятно. Так, понятно. На тумбочку можно залезть. Так, а это что блестит? Так, девушка, несущая воду. Что у девушки наверху? Что блестит? Так, я вижу, что тумбочка перекрывает проход. Может, туда они пошли, нет? Так, а я могу тащить? Так. А, понятно, чтобы тащить, надо приложиться, да? Окей. Так, сейчас попробуем оттащить от того места. Так, и достанем вот эту вещицу, которая блестит. Да, в таких играх нужно обращать внимание на мелочи, на детали. Так, есть. Давайте-ка залезем. Ну-ка. Это карта особняка, первый этаж. Взять? Конечно, взять. Так. Угу, вот где я. Печатная машинка, двери закрытые, двери открыты. Ладно, окей. Взяли карту особняка. Спускаемся. Так, а вот куда они могли уйти? Ну, давайте посмотрим, может, туда. Так, аккуратно. Так, тут картины. Пока никого не слышу. Так, что у нас тут? Картины. Так, различные художественные принадлежности. Окей. Так, понятно. Тут ничего интересного. Так. Возвращаемся обратно. Тихо, там что-то лежало вроде, да? Вот это что такое? Внизу. Нет ничего полезного, понятно. Идем дальше. Так, тут две двери? Нет. Да, походу вот это только дверь. Так, закрыта. Эмблема меча. Изображение под знаком. Понятно, меча у меня нет. О,
Ладно. Давайте обратно вернемся. Я, в принципе, карта от первого этажа есть. Теперь должны двери открываться. Так. Давайте вернемся и убьем зомби, что ли. Раз у нас есть оружие теперь. Посмотрим, что за той дверью. Правда, интересно, куда делись все. Жутковато, на самом деле, вот сейчас понимаю, если бы там оказался, да, не слабо было бы. Один в здоровом особняке, можно сказать, ну, не считая зомби. Надо приготовиться. Куда он делся? О, зомбак. Где он? Ревет где-то. Фух. Ну, я не слышу его. Так, давайте сюда пройдем. Точнее, не вижу. Где-то ревет, но не вижу где. Так, что это за комната? Еще один коридор. Фух. Так, еще один труп. Ну-ка. Так, здесь труп, упавший на пол, как будто это... была мгновенная смерть. Какого черта произошло в этом особняке, а? Понятно. Так, это что такое у нас тут? Растения какие-то? Посмотрим. Так, вы хотите взять зеленую траву? Ну да, мы же все собираем. Так, еще одна. Зеленая трава. Думаю, для чего-то да пригодится она. Давайте посмотрим в инвентаре. Зеленая трава. Изучить. Прикольно. Класс. Красиво сделано, на самом деле. Ну ладно, я думаю, потом мы узнаем, для чего она нужна. Так, вот это жизнь моя, что ли? Вон слева смотрю. Вот, интересно, если использовать ее. Так, использовал. О, хорошо. Это мои показатели, видимо, да? Понятно, это жизнь не восполняет. Начинаю припоминать. Так, что за клетка? Большая клетка для птиц. Внутри мертвый ворон. Так, о, магазин. Отлично, магазин для пистолета, да. Давайте посмотрим. Так, изучить. Надеюсь, для моего пистолета все-таки. Нормально годится. Так, что ж, поднимемся наверх. Что нас ждет дальше? Ух. Еще один коридор. Так, это труп какой-то. Что за звук? Походу зомби рядом. Так, я наготове. Еще один труппешник. Так, ждем. Сейчас он из-за угла появится, мне кажется. Пока труп осмотрим. Так. Листья. Берем, конечно. А, я не могу взять. Потому что у меня инвентарь заполнен. Вот он идет.
Ё-моё. Готов. Ах ты гад. Вот пёс он. Отлично. Так, их обыскивать нельзя. Ё-моё, теперь мне надо снова съесть траву. Так, использовать все. Теперь все хорошо, надо еще подобрать. Еще и достижения открываются различные. Понятно, окей. Еще могу взять? Не, не могу. Заполнено. Ладно. Так, откуда он вышел? Что там? Так. Ага. Так, давайте осмотрим по пути. Так, это что за картина? Так, ничего вроде нету. Давайте вперед пойдем. Угу, стрела. Так, стрела. Вы не можете взять больше предметов. Что делать? А можно ли комбинировать? Так, сейчас посмотрим. Что же делать с инвентарем, а? Так, надо бы... Скомбинировать, может? Так, использовать, комбинировать. Так, зарядил, но все равно 9 патронов осталось. Еще что ли съесть? Да. Ну а что, другого выбора нету. Надо взять стрелу, потому что любой предмет может пригодиться в дальнейшем. Берем. О, еще один магазин. Прикол. Так, ладно. Тут у нас что? Все валяется. Так, зеркало. Две двери. Понятно. Что ж, ребят, неплохо. В принципе, тут постоянно нас наталкивают на какой-то выбор. Пойти налево, направо. Вот, открыть следующую дверь, да? Давайте вот это попробуем. Открыть. Закрытая с другой стороны. Понятно. Так, вот отсюда я вышел. Ну, зашел, точнее, вот сюда. Можно пройти. Пробуем. Будем постепенно изучать. Смотреть. Так, это что у нас за рыцарь? На щите надпись. Смерть — это только начало. Где-то я уже это слышал. Так, еще один рыцарь. Так, на щите надпись. Смерть — истинная сущность блаженства. Понятно. Так, еще что-то блестит. Слушайте, все похоже на какую-то ловушку. Я вижу, в принципе, на земле вот эти рельсы. Очень странно. Давайте осмотрим. Так, пусть тот, кто возьмет это, найдет упокоение в смерти. Понятно. Нет, пока мы не будем брать. Я представляю, что сейчас будет, если рельсы идут так. Значит, отсюда поедет этот рыцарь. Не, нас не возьмешь. Так, и тут еще рыцарь поедет, да? Что тут написано? Так, смерть — это все. Понятно, все про смерть. Так, и следующая дверь. Ну что ж, ребят, я думаю, для первого взгляда достаточно. Вы оценили игру. Поняли, нравится она вам или нет. Естественно, она давнишняя, многие играли. Но вот для тех, кто не играл, советую. Я буду ее проходить. О, да. Ну что ж, желаю вам мирного неба над головой и качественных игр. С вами был Рамон Перес на связи. Пока-пока.